Всем привет, с вами Психиатр, мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии 6. И наша четвертая миссия — Жизнь Смерти и Смерть Жизни компании Святилища. Затемнение Кровавой Луны окрасило алым ночи восхание. Началось сражение демонов. Император Лаем попросил Вечную Императрицу отправить армию на помощь защитникам Герцогства Волка и портов Невритового океана. Ирония судьбы. Ирине пришлось защищать герцогство мужа, от которого она сбежала. Она решила, что обязательно навестит Герхарда, когда война закончится. Он никогда больше не сможет причинить ей вред. Давайте начнем. Ну, я ничего менять не буду. Оставлю тут все как есть. У нас неплохой такой комбо. Существа... и бабки, чтобы нанять этих существ. Так что почему бы и нет? Тащите бревна! Укрепите ворота! Что? Сейчас? Клянусь сверкающим сердцем Эльрата, девочка, у тебя адское чувство времени! Ирина, застава возведена, войско готово, демоны повсюду, лезут сквозь порталы, подобно огненной реке. Я не могу оставить людей герцогства на растерзание демонам. Не позволю, чтобы мой ребенок родился в окружении легионов Ургаша. Да принесут нас воды к победе, Даймё. Путь будет тернист. Герхард подождет. Кента, для начала давай позаботимся о любимчиках Шио. Так, хорошо. Обезглавить волка. Новое задание нам доступно. Выйдите Герхарда, получить доступ к Изаргиму, крепости Герхарда. Ага. Захватить Эшвик. Активная цель. Не захватывать городов. Волк, кроме Изаргима. Подожди, а как же? А, Эшвик. Слушайте, ну я не знаю, насколько мы будем выполнять побочное вот это задание. Будем ли мы его выполнять? Не стоит захватывать города. Ну ладно, посмотрим. Вот. Посмотрим, будем ли мы... Вот, ты тут это... Можешь нам ресурсики подобрать. Угу. Так, слушай, чувак, ну давай ты поплаваешь. Подбираешь нам всякие эти ништячки. Ну, пока что, по крайней мере. Так. Ага, у нас немного отстроен замок. Что, кстати, довольно неплохо. Но я начну с экономики. Ну вот. Кстати говоря, у нас 24 уровень. Чё по очкам? У нас 7 очков навыков. А это нифига себе. Так. Какая-то фигня. Ну, честно говоря. Честно говоря, из воздуха больше я, наверное, ничего не буду брать. Из земли точно ничего. Давайте определимся с водой. Это мне не нравится вообще. Вот это можно взять. В принципе.
Остальные тоже все лажа. Давайте я вот это возьму. Так, может быть что-то из начальной магии, какую-нибудь медитацию, телепортацию. Вон или взрыв. 1600 урона. Неплохо. Так, сколько молния? Больше, чем молния наносит, да? Хм. Остановка времени. Пропускает 3 хода. Слушайте, вот это вот неплохое тоже. Но вот замедление, ускорение мне не особо нравится. Я вот остановку времени хочу взять. Остановку времени. Так, что еще нам может пригодиться? Тут я, в принципе, все вкачал. Здесь ничего полезного. Можно вот тактику еще взять, продвинутую. В принципе, но... Тут... Лажа какая-то. Можно взять вон убийцу гигантов, например. И вот стрельбой из луков. Неплохой. Вот это неплохое, вот это неплохое. Ответный удар. Это фигня какая-то. Максимальное здоровье на 4%, на 5%. Блин, ну это такое все. Это все такое. Такое себе. Блин, ну я не знаю, брать вот этот взрыв или не брать. Магическая сила героя на 3. Все воздействия. Давайте магическую... Блин, ну магическая сила. Ладно, давайте вот это вот вкачаем. Максимальное здоровье. Все, как-то так мы разобрались с прокачкой. Ну вот, давайте обследовать территорию. Ну, я думаю, тут без потерь, да. Угу. Вон я тут ништячок вижу. Так, еще момент. Что у нас по артефактам? Все эти слетели, да? А у нас это набор пророка, да? Кстати, тут еще не вкончалось. 827. Но я думаю, мы должны докачать. По идее. Слезы. Мини-кража, окей. Ну, мы тут просто всех сносим. Я так понимаю, магии без разбора.
Так, ну ты, в принципе, давай плыви. Тут всякие ништячки подбирай. Окей. Так, ну пока ресурсов нету на стройку. К сожалению. Ну вот сейчас мы что-нибудь подберем. Может появится. Угу. Сколько у нас всего маны? 540, нормально. О. Ништяк. Так. Я думаю, можно Капитолий возвести. Лишним не будет. Существ нам пока особо и не нужно. Вот, пока мы магией можно всех разносить поначалу. Вот. Выигрывать все бои без потерь, в принципе. Так, там ничего нету, по-моему. О, рудник нашли. Замечательно. Текс. Блин, а нехило он так ресурсов нам набрал. На самом-то деле. Так, можем что-нибудь? Ну, в принципе, давайте вон капу поставим. Ага. Вижу ништячок. Вижу ништячок, подбираю. Отлично. Блин, а вот с ангелами может возникнуть проблема уже. Ангелы опасные говнюки. Ну ладно. В принципе, небольшие потери. Учитывая, что там арбалетчики. Вон колечко нашли. Блин, а у нас уже занято место кольца, да? Ну ладно. Так, ну давайте святой источник этот поставим. Блин, ну я не знаю, как он потерял одну карту, ну ладно. Фиг с ней уже. Так, 7-5 не хватает. Давайте, наверное, рынок я поставлю. Угу. Так, окей. Мы, кстати, до края карты доплыли. Ну, вот тут всякие тоже ништячки, кстати, есть. Неплохо так. Блин, ну он опять одну капсу потерял. Ну, нормально, нормально. Блин, серьезная. Давай. О, без потерь, красава. Так, ну я в слезы. Исцеление нам дали.
Неплохо так. 10 руды надо. Ну ладно. Так, у нас, кстати, мана кончается. Вот это плохо. Надо сейчас этих говнюков убить. Забежать в замок. И восполнить ману, наверное. Так, ништяк. Ты что мне скажешь? Найдешь что-нибудь полезное? Блин, ну за это мы не будем сражаться, у нас армии нету. У этого героя. Так, а вот тут, кстати, неплохая такая, это сидит уже. 4 кристалла надо, давай я поменяю. Блин, 5 косарей. Зато теперь у нас эти улучшенные будут. Так, давайте восполним ману. Вот так вот. Ну и пойдем куда-то дальше, наверное, да? Вон сундучок нашли. Неплохо. Так, ну, ничего построить не можем. Так, да ладно. Так, давайте проверим, есть ли тут что-нибудь. Тут вообще, походу, край карты. Слушай, а что ты на корабле? Ты же так можешь плавать. Нафиг тебе корабль. О, коралловая пещера. Блин, ну у меня эти улучшенные, я не буду их принимать. Я их потом в замке скуплю. Пузырек с маной. Ништяк. Слушайте, ну пока все очень легко. А что для Кэнси надо? 8 этих. Я думаю, мы найдем к концу недели. Вон. О, один кристаллик нашли. Ништяк. О, кристальная шахта. Отлично. Кристальная шахта — это вещь полезная. Так, можем поставить консей. И мы их, собственно, ставим. Получается, мы всех отстроили, кроме драконов, да? Очень неплохо. О, еще золотая шахта. Блин, ну ладно. То незначительно. Так, вот сюда я пока не хочу. Там вражины сидят. Я хочу сначала свою территорию зачистить. Скажем так. Блин, 10 руды надо. Сколько будет это стоить? 7500? Да можно себе позволить.
Я думаю. Совет тебе, паршивый демон. Не охоться на волка в его владениях. В смысле, паршивый демон? Волки, на охоту! Дива. Говнюк. Блин, жалко, не видно, что у него там. В армии. Так, мы, кстати, водоворот нашли. Я в него прыгать не хочу. По крайней мере, пока. Так, новая неделя, да? Давайте забежим сюда. Забежим сюда. И пойдем дальше. Чем тут можно построить? Блин, давайте уже эту штуку влепим. Так, ну, небольшие потери. Ага, и тут говнюки сидят. А тут нет никого. Ну, давайте наверх тогда сначала. Вот, раз там преграда. Еще и с серьезной опасностью. Да ладно. Владыка бездны изрыгает проклятие всей мощью своих закаленных огнем легких, когда понимает, что человек ведет армию нагов, ставит под вопрос его верную победу над волком. Для усиления эффекта он впечатывает свое огромное копыто в землю, острие его зазубренного меча направлено на пробудившийся вулкан вдалеке. Ты, волчица, ведущая войско нагов, приди и сразись со мной у вулкана! Ты найдешь меня там, где кровь Ургаша выгибает из Асхана, и мы увидим, демоны или наги будут править этим герцогством. У меня нет времени для... Ирина, войско будет роптать, если ты отступишь. Ты должна сразиться с ним. Нет времени на церемонии, но это правда. Мы утопим его мечты о славе в этом вулкане. Да без проблем. Честь и оружие обоюдо. Так. Обоюдо острое. Видеть правителей демонов. На это нам дадут наплечники. О! Эшвик, о чем мне там писали про Эшвик? Захватить Эшвик. Эшвик нам надо захватить. И я думаю, мы его захватим. Ух ты, нифига тут армия. Ну. Ты! Спаси нас! Успокойся, сестра. Да пребудет с тобой благословение Шаласы. И да утешит тебя свет Эльрата. Что случилось? Вулкан начал извергаться, а затем появились демоны. Женщины в деревне, все, кто были беременны, родили монстров. Чудища из зубов и щупалец, которые вырывались наружу, поедая своих матерей, Эльрат! Так, отдышись. Там еще много женщин? Да, много. Мы отнесли их в храм, но власть хаоса слишком велика. Мои жемчужные девы помогут тебе. Они целительницы, одаренные мудростью Шаласы. Будь сильной. О, задание выполнено. И открыли нам подземный вход. А я могу этот город перестраивать? У меня вот это задание не провалится, интересно. Блин. Да здесь еще и рынка нет, что ли? Да вы шо, ну? Не, ну... Хотя стопы. Вот этот герой еще не схотел. Во! Вон всякие... ништяки находит. Так, вот тут я вижу халявное золото. Почему бы его не взять? Так вот. Угу. А тут эти не улучшены, да? Блин, ну ладно.
Сделаем вот так пока что. Да я думаю, можно пропустить ход просто. Сейчас мы тут заапгрейдим их. Чтобы уже скупить. Вот. Так, ну и можно дальше развиваться. Блин, ну ладно, это лучники, а тут кристаллики. О, еще ништяки. Бабулесик. Блин. Так, надо не забывать тут строить еще. 15-15, ладно, пока что. Полторушечка. Неплохо. Ладно, мы тут, в принципе, все обследовали. Я думаю, есть резон прыгнуть в портал, посмотреть, куда он ведет. Ну, если бы мы еще дошли, конечно. Так, каменная шахта. Так, это что такое? Ты это хатка. А чё мы ее не перестроили? Надо же перестроить, правильно? Так, окей. Ну, давайте капу запаем. Что тоже прирост, в конце концов, дополнительный. Ого, смертельные наремки. Ну, тогда на аренку мы пока не пойдем. Я вот тут вижу лесопилочку. Хочу ее взять. Так. Ну, в принципе, вот так вот. Ну, эти стреляют, ладно. Фиг с ними. О, просвет. Просвет. Ой, кристальная шахта здесь есть, отлично. 25-й уровень у нас. Что мы там хотели еще вкачать? Можно, в принципе, вот ответный удар. Блин, можно все-таки этот взрыв прокачать? Я не знаю. Да у нас и так дамажащих заклинаний, на самом деле, хватает. Ладно, давайте вот ответный удар я возьму. А в этом замке-то я могу что-нибудь построить. Вон, пусть хотя бы бабло несет. Ой, ну вот это уже, блин, серьезные потери. Ой, а тут уже и высокие армии-то. Слушайте, мне кажется, надо строить здесь, знаете, что? Вот это вот. Дорого, конечно, но что поделать. Так. Ага. Вон куда нас откинуло. Ну, давайте посмотрим, что в этой стране сначала. Ой, что-то повисло.
А я, говнюк, ходит наверху. Так вот, я хотел тут, собственно, рынок влепить. А в этом замке я хотел... Блин, 10-10. Дорого, зараза. Мне легче пешком добежать. Ладно, давайте посмотрим, что пишут. В сфере конфликт. Вот, если там что-нибудь полезное для нас. Сундучок нашли. Опа! Говнюк прибежал. С высокой опасностью, ну нифига себе. Блин, ну давайте до сферы дойдем. Просто супер, играю с ним малых лет. Ребята, привет. Ничего полезного нету. Вообще ничего. Либо все на английском. Либо какая-то хрень. Ну ладно. Ладно, побежали тогда в город. Я так думаю. Надо, наверное, тут построить эти стены. Если этот говнюк захочет на нас напасть. А он не захотел, кстати говоря. Но мы все равно побежим в замок. Потому что у нас армии нету. Армии нет, что просто вообще нету. Блин, давайте Кэнси поставим. Купим 20 Кэнси. Во. Во, теперь уже низкая. Теперь, я думаю, будет повеселее. Блин, он тут мой сундучок подрезал. Во, говнюк. Ага. Тоже тупик. Ну ладно. Блин, хорошо, что только мы можем вот так вот взять и поплыть, когда нам вздумается. Всем этим говнюкам приходится строить корабли. Это прям неплохое такое преимущество. Большие потери. Так вот, я хочу вот это, собственно, захватить. Кристальная шахта. То, что мне нужно. Блин, ну ладно. Я, пожалуй, покоплю ресурсов. Блин, ну то, что вот эти говнюки тут бегают, меня напрягает. 101! Ну, нифига себе. Так, тут более-менее зачистили. Давайте забежим на живу. Ага, это тоже конец карты. А чё у тебя такой маленький радиус обзора? Стоишь, блин, буквально в одном этом шаге и не видишь, что там. Так. Блин. Ну, сейчас у нас с кристаллами должно быть повеселее. Давайте, наверное, хатку построим. Блин, опять этот говнюк!
Зараза. Ну какого хрена? Ну, может, он бежит опять? Да. Не, ну они прям лезут оттуда. Мне это не нравится. То, что они так лезут оттуда, мне не устраивает совершенно. Я на такое не подписывался. О. Блин. Надо строить порталы, наверное. Я не знаю. О, и тут золотая шахта. Блин, ну ладно. Давайте сначала шахту возьмем. Отлично. Потом щиток свой заберем. Так, можно уровень города, в принципе, поднять. Чтобы было больше капало. Ну и пойдемте дальше. Так, ты. Ой, ты не взял. Ага, вижу сундук. Вижу сундук, беру. Так, тут он корабль какой-то стоит. Но опять-таки у нас армии нету у этого героя. Поэтому смысла заходить нету. Так, тут все еще смертельное, да? Плохо. Так, ладно. Блин, на самом деле вот в этом замке приоритетнее было бы поставить портальчик-то. Тут говнюки постоянно лезут. Ого! Смертельная. Нафиг, 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 нафиг. Нафиг, валим отсюда. Ну, он тоже, кстати, свалил. Так, давайте прикупим армию, наверное, да? Можно еще вот так вот сделать. Ну, посидим денечек. Блин. Ладно, подойди. И сейчас ты еще разок зайдешь. Угу. Ну и, собственно, все. Мы проплыли всю нашу эту. Так что отлично.
Наймем еще армии. Этих заапгрейдить надо. О, уже можно на аренке сразиться. Давайте сразимся. Так, ну я думаю, в принципе, все. Можно его отправлять в замок, пусть сторожит. Вот, если что, прилетит. Ну, я не думаю. Ух ты, какой у меня тут шторм. Двойной. Ну нифига. Так, 1300. Штормовые стрелы. Блин, давно я не дрался вручную. Ну, поехали. Начнем вот так вот агрессивно. Духовная связь нам не нужна. Опять консионс выстрелил. Так, пока что выйдет. Ну давай, фигли. Нормально. Так, ты можешь прыгнуть? Не можешь. Ну тогда так бей. Еще бей. Так, что мы еще можем? Можем вот так вот накинуть. Ай, больно. Карпе. А им не отвечают, что ли? Или что у них? Амфибия. Противление. Промокание. А непонятно. Так, ну давай вот поедем, фигач. Ну ты добьешь, отлично. Ну говнюки. Так. Блин, ну... Там тебя стукнет этим. Блин, ну всех пенсиях моих этих. Или эти гарпии. Поганые. Давай по гарпиям фигач. И ты по гарпиям фигач. Эти слабо он кидают свою эту. Блин. Да блин, говнюки. Так, теперь можно прыгнуть. Ну-ка давай фигач по этим говнюкам.
Зараза лысая. По гарпиям давай. Так, ты пока выйд. Акула добей. Ништяк. Так, ну по большому счету остались гарпии, да? Ну-ка давай еще цепуху. Вот сюда. Давай, чтобы эти думники не стреляли. Блин, ну чё так мало? Победили мы на рейке. Ладненько, друзья, давайте на этом этот выпуск закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик ВКонтакте. Ссылочки есть в описании. Ссылка на плейлист данной игры, также на остальные плейлисты будет в описании. Ну а с вами был Ученый Психиатр. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока.